Здравствуйте, это программа «Под ключ», ее ведущий Константин Миронов. Новогодние праздники не за горами, но как пройдет год грядущий, зависит только от нас. Ни для кого не секрет, что чистая вода – залог крепкого здоровья. Но что делать жителям современных городов? Ветерника рядом нет, а заказывать бутилированную воду достаточно дорого. Ответ здесь один – установка, фильтр для воды. Какие варианты доступны для горожан, мы узнаем в магазине «Ручеек». Существует большое количество фильтров для воды, в разнообразии которых простому человеку просто не разобраться. В этом вопросе сегодня нам будет помогать директор магазинов «Ручеек» Веденский Олег Владимирович. Мы работаем в этой сфере уже больше 18 лет. У нас накоплен большой опыт. Мы сотрудничаем напрямую с заводами-изготовителями – «Аквафлор», «Барьер», «Гейзер» и другими. Имеем прямые поставки, и качество товара у нас обеспечено. Мы производим ремонт любых фильтров для воды любой сложности. Вначале мне хочется рассказать об интересной информации для наших любимых покупателей. Близятся новогодние праздники, и мы, конечно же, готовим для них подарки. С 1 по 31 декабря мы предлагаем бесплатный монтаж на некоторые модели мембранных фильтров. Монтаж без акции стоит 1000 рублей, поэтому это очень хорошая экономия бюджета. Также при покупке товаров на сумму свыше 3000 наш покупатель получит сладкий подарок. Большинство людей ставит фильтр себе под кухонную мойку, очищая только питьевую воду. Существуют ли подобные водоочистители, которые работали более в крупных масштабах и ставились бы, допустим, в частный дом? Мы хотим сегодня рассказать о линейке установок очистки воды на весь водопровод в коттедже, в квартире, в офисе, в небольшом, даже на производстве. Это линейка фильтров «Аквафор», которые очищают воду от солей жесткости, от растворенного железа, марганца и даже от сероводорода. Мы предлагаем такие фильтры для воды, они довольно компактные. Не нужно думать, что очень сложно и дорого, и содержать их сложно. Это все реально, и многие уже являются владельцами таких фильтров и довольны качеством воды. Например, фильтры «Аквафор Ватербосс». Вот средний вариант, который чаще всего мы предлагаем покупателям, это «Ватербосс 700». Есть ли более маленькие устройства, которые можно поставить было бы в квартиру? Да, такие варианты есть. Вот две модели фильтров, например, «Дельта Эскалда» и «Аквафор Ватербосс 400». Это компактные фильтры, которые можно установить в санузле в обычной квартире. Они помещаются, ну, например, за унитазом или в ванной, если она вполне просторна. И можно очистить воду в квартире. Способ монтажа и обслуживания их точно такой же, как у фильтров более крупных масштабов. Также засыпается поваренная соль под крышечку. И эти фильтры удаляют точно так же соли жесткости, растворенное железо, марганец. Покупатели наверняка часто интересуются такими важными характеристиками, как экономичность и срок службы данных устройств. Да, это важный вопрос, мы о нем всегда рассказываем, об этом преимуществе. Изготовитель фильтров «Аквафор Ватербосс» вот всей этой линейки обеспечивает срок службы фильтров 10 лет. Это обусловлено техническими тонкостями, которые могут позволить такой срок службы. По экономичности тоже очень хороший вопрос, потому что традиционные фильтры, которые основаны на колоннах высоких, требуют для самопромывки довольно большого количества воды. Это в пределах 300, там, 500, 700 литров. Фильтры «Аквафор Ватербосс» используют для промывки до 70 литров воды. И это очень важно для тех покупателей, для владельцев частных скважин, у кого, например, септик или выгребная яма используется для дренажа. Сейчас мы говорили о воде бытовой. Что магазин «Ручеек» может предложить, чтобы очистить воду питьевую? Для получения высококачественной питьевой воды существуют фильтры, которые встраиваются под мойку. Наиболее качественный вариант – это мембранные фильтры. Я сегодня расскажу о двух моделях фильтров «Аквафор». Это «Аквафор ДВМ-101С Марион» и «Аквафор Осмо-400». «Аквафор ДВМ-101С Марион» – это фильтр бытовой. Он предназначен для установки в квартире, для семьи до 5-6 человек. Компактный фильтр по сравнению с его аналогами от других производителей, так как он имеет накопительный бак, встроенный в корпус самого фильтра. И большим преимуществом его является то, что он сливает очень мало воды в дренаж, а это именно необходимый такой атрибут любого мембранного фильтра. Фильтр «Аквафор» ДВМ-101С «Марион» очень легок в обслуживании, хотя мы предлагаем и услугу монтажа, и обслуживание. Но, тем не менее, если покупатель не хочет тратиться на услуги обслуживания, картриджи фильтра меняются очень легко. В
Вы рассказывали про фильтр, который может обеспечить качественной питьевой водой семью из 5 человек. Существуют ли модели, которые подойдут для небольшого кафе или ресторана? Да, конечно. Вот как раз модель Aquaphor Osmo 400 в составе имеет мембрану, которая выдает в 4 раза больше чистой воды, чем любой другой бытовой мембранный фильтр. Поэтому он может использоваться и в семье, в квартире, там, на семью из любого количества людей. При этом очень важное преимущество в том, что его можно использовать без накопительного бака. Это гораздо компактнее получается. Также мы устанавливаем такие фильтры в кафе и ресторанах, так как максимальный расход этого фильтра уже составляет 60 литров в час, и в сутки он больше 1000 литров выдает, то это очень хороший вариант для обеспечения кафе и ресторана чистой воды. Олег Владимирович, люди, которые хотят сэкономить деньги, но не хотят сэкономить на своем здоровье, может ли ваш магазин предложить какие-то варианты для таких покупателей? Безусловно. Это тоже фильтр Aquaphor. Модель называется DVM-31 Leader. Он очень компактный и в цене дешевле, чем Aquaphor, например, Marion. То есть под мойку у нас получается компактный фильтр 4 ступеней. А в качестве накопительного бака используется вот такой вот симпатичный кувшин. При наполнении бака водой в течение 20 буквально минут наполнение заканчивается. Включается автоматически.